Всем привет, меня зовут Оселя. Меня зовут Маша. Я работаю в банковской сфере, и занятие у Оселя — это замечательная возможность завершить свой рабочий день. Меня зовут Айсулу. Да, всем привет. Я работаю в сфере здравоохранения. Почему я хожу на танцы? Почему именно косили? Я уверена, что меня это приближает к совершенству шаг за шагом. Привет всем. Меня зовут Анжана, мне 16 лет. Я учусь в 81-м школе. Я узнала про студию через сеть Инстаграма. И мне стало интересно, как Оселя танцует, как она красиво танцует. И мне самой этого захотелось. И всем советую. Вот как у вас такого преподавателя есть замечательная возможность участвовать, не только ходить на занятия, но и принимать участие в разных конкурсах и чемпионатах. И у меня действительно есть такая возможность в третьем месяце. Думаю, результаты вы сможете найти на ее страничке в Инстаграме. Все приходите к нам! Ура! Всем привет, меня зовут Динара, я студентка 3-го курса IT, мне 21, и я нашла курсы Freeway через интернет, и сразу увидела фотографию Сели, и меня сразу подумала, что я хочу такой же быть, как она, и поэтому я уже хожу месяц, ну, около месяца, и я очень довольна результатом, у меня уже есть результат, так что все приходите. Меня зовут Вера. Меня зовут Дана. Я работаю дизайнером в детской компании. Я учусь в школе 10 классе. Мы занимаемся Оселей, потому что это дает позитивное настроение и дает заряд энергии на предстоящий новый день. Всем привет, меня зовут Айнура, я работаю экологом. Хожу на танцы к Оселей. Мне очень нравится, очень энергичное, пластичное движение. Все приходите сюда на танцы. Получите заряд энергии и любовь к жизни. Меня зовут Таня, я работаю в транспортной компании. Хотите посмотреть, как она танцует? Приходите к нам. Мне очень нравится заниматься танцами, потому что это прикольно, это клево. Возможно, в будущем я буду тоже танцором, попадаю на хореографию и веду свою судьбу. Всем привет, меня зовут Сайора. Оселю из студии Freeway нашла в Инстаграме, очень заинтересовалась. Сюда хожу уже около 3-4 месяцев. За это время я осела наш плакат, научилась вставать на мостик, научилась всем базовым движениям. И я очень рада, что я нашла эту студию. Всем привет! Привет, меня зовут Айгерим. Я студентка, я хожу в Оселе на танцы уже полгода. Я села на шпагат благодаря Оселе. Мне очень нравится у меня заниматься. Всем советую. Всем привет, меня зовут Оля. Я студентка. И я узнала об этой студии в Инстаграме и решила прийти на пробное занятие к Оселе. И так как она мне очень понравилась, она очень красиво танцует, я решила ходить. Я работаю нигде, я бездельник, поэтому я хожу к Оселе. И мне это нравится, потому что...